Всем привет, с вами Грин, и это 51-й выпуск моего хардкор-цикла. И, как я обещал, я обновился до снапшота 13W37B, кажется, или C. Ну, в общем, под номером 37, знаю, это не последний снапшот. Ну, как-то он мне больше всех нравится в том плане, то, что он стабильный. Более или менее. Поэтому... возможно, мы встретим новых биомы, новые еще что-нибудь, цветы. Я уже об этом говорил. Но для этого нам надо собрать сначала все необходимое. Что нам нужно? У нас есть меч. Думаю, стоит скрафтить еще один. Хотя, с этим. Для начала нам нужно избавиться от всего лишнего. То есть, вот, например, вот это лишнее, вот это точно лишнее. Это тоже мы уберем сюда, это сюда. Это сюда. Слушайте, я уже ориентируюсь в этих сундуках. Более-менее, по крайней мере. Это оставляем. Еще пригодится. Кстати, на меч нам хватит. И возьмем еще даже это. Теперь сюда весь дроп запихиваем. Где-то тут был уголь. Вот, да, вот сюда. Золото сюда. Ничего мы из него крафтить не будем. Шерсть. Шерсть мы запихиваем сюда. Вот так вот. Теперь что еще у нас? Палки. Палки могут пригодиться. Оставим пока. Дальше кости и прочая билиберда тоже убираем. Карта. А что это за карта? А, это наша карта, то есть как все выглядит сейчас. Ух ты, у нас, оказывается, новые эти есть. Новые появились деревья. И ладно, карту тоже сейчас нафиг. Куда бы только ее? О, я знаю куда. Так, вот эту карту мы берем с собой. А сюда, на это место, вешаем старую карту. Все, с этим проблема решена. Теперь, ага, тут у меня еще пусто, да, у нас ресурсов не хватает, поэтому мы идем вот сюда и берем, делаем еще один меч, мечей много не бывает, знаете ли, и делаем еще один топор. Все, ура, в этом плане мы полностью снабжены, теперь остается только поспать и фактически мы можем уже выдвигаться. Так, отлично, монстров пока рядом нету и это хорошо. Все. Идем. Идем в поход. Мы пойдем куда-нибудь. Все. Брейс. Вон туда. Туда мы еще не ходили, судя по карте. Goodbye, зомби. Да, и, кстати, смотрите, у нас теперь другая текстура есть. Да, у нас новая текстура тростника. Такая неожиданность, знаете ли, сказать об этом на 4-м, кажется, месяце наличия этого снапшота. Ну, в общем... это внезапно для меня случилось, да. Итак, отлично. Мы выходим уже за край исследованной территории. Хотя, на самом деле, мы, по-моему, подальше туда заходили уже. Надеюсь, правда, лагать сильно не будет. Если что, я, конечно же, перезапущусь. Но все-таки надеюсь, что этого-то не произойдет. О, так. Пока ничего нового не вижу. По идее, должна быть какая-нибудь эпичная стена, как обычно. Бывает при обновлениях генератора. А я не помню, я видел это уже или нет. Я знаю, что здесь еще есть лес, надо же. Он где-то сохранился, а вот там вот горит что-то. Ладно. Идем дальше. Глина, ничего интересного. Я, кажется, хотел как раз за лесом, но что-то мне не хочется здесь его делать. Оу, все очень плохо. Все очень плохо. Зато тут есть болотце. Так, опять... обновим карту. Вот в болоте мы можем насобирать немножечко полезного всякого. Вот какие-то небольшие такие проглюкивания были. Но ничего страшного. О, стоп. Неужто это оно? Ау. О. Это точно эпичная стена. Вот только здесь она как-то менее эпично смотрится. Хотя... да, вот кажется, вот здесь вот раздел биомов происходит довольно гладкий, его хорошо видно. А там уже все горит. А, нет, к огню я приближаться не буду. О, да ладно, океан. Свежий-свежий океан. Да, он, кстати, даже смотрите, он... О, пионы! Пионы, мы ж пионы. Такая глубокая, то есть там прям синее-синее все такое. Ух. Да, пионы. Давайте вот в новом биоме. Да, вот так вот и обрывается
все то, что мы имели и видели. Эх, как же иногда грустно это бывает. Ну да ладно. Не, ой, что-то перегрузилось все. Оу, оу. Оу. О, АТЭТ, я понимаю, глюки. ФПС, куда ты делся? Все, вроде как все прогрузилось. Мы собрали все пионы на память. Давайте свалим с этого. Может, это из-за воды, может, из-за такого количества воды это все лагает. Ладно, неважно. Поплывем мне или я боюсь. Я боюсь задохнуться, если честно. Потому что, ну, прикиньте, плыву, вдруг хопа, зависла, и я на дно. Не, ребят, давайте тут пособираем лучше, пока огонь не пришел. А, нам нужен обычный, то есть нам березы вообще ни к месту, ни к селу, ни к городу, так сказать. Getting wood. В который раз мы получаем это замечательное достижение. Ладно, ничего страшного. Давай, иди сюда. Почему все-таки, не знаю, может это из-за нового снапшота? Не знаю, странно просто. Как говорится, уже все настраиваю, а потом обратно заново все, так сказать, бэкапится, крашится, или называйте это как хотите. Похоже, у меня... Я на версии вообще какой-то доисторически начинал еще снимать хардкор цикл год назад все-таки, или даже полтора уже. В общем, давно. И там была другая версия снапшота и вообще другая версия. Поэтому, может быть, вот первая эпичная стена, это как раз с того момента осталась, она как-то прогрузилась, и мы ее не заметили. А вот это вот уже непосредственно с пионами, так что это уже наша стена. Ом-ням-ням. Так, идем дальше. И рубим. Иди сюда. Нам, кстати, на самом деле, вот сейчас не так уж много надо. Единственное, я хотел задекорировать полностью то, что было вот у меня внизу на первом этаже, даже в подвале, можно сказать, на минус первом. Вот это вот я хотел все задекорировать. А остальное все, в принципе, у нас хватает дерева, но, тем не менее, дерева лишним не бывает. Вообще, можно было алмазный топор скрафтить, благо алмазов-то у нас дофига. Но его надо зачаровывать, чтобы, так сказать, на прочность, там еще на что-то, на скорость. Так долго, муторно, что мне стало лениво. Поэтому я его не зачаровал. Ну ничего. И даже его не сделал. У нас уже почти стак. Добьем, скажем, весь этот топор. И все. Кстати, я запускал карту тут уже. Да, карту я тут запускал. Может, будет пройти вдоль этой стены, посмотреть, как далеко она тянется. Может быть, еще один какой-то внезапный поворот ее найдем. Было прикольно, на самом деле. А, так, это тоже убираем. И это тоже лишнее. Здесь у нас не будет ничего расти, кроме травы. Кстати, высокую траву мы тоже должны встретить. Да, надо же такое событие, казалось бы. Всего лишь новый снапшот. А сколько нового? Ну, на самом деле, снапшот тут был такой, что там почти все фактически обновление, наверное. Это как там, World Generator Update 1.7. Может быть, если вы будете смотреть это, он уже выйдет, все такое. Да что такое? А! Все ясно, валим отсюда, тут огонь. Fire the hole! Тут-туц, туда-тут-туц, воу! Фух! Я что-то в последний момент заметил, что и тут дырка. А, ну тут невысоко, тут вообще это какой-то такой маленький каньончик. О, а это маг. Да, о нет. О нет, да ладно, там еще огонь. А я думаю, кстати, тут заметьте, чуть меньше лагает. Лагает тут чуть меньше. Итак, идем. Пойдем поверху, по краю. Будем любоваться пейзажами. Вот просто посмотреть. Ну что это? Опаньки, тихо. Вау! Вау, я упал. Обещали, что не будет таких вот черных дырок. Так, вау, там крипер. Вот поэтому я не хотел быть более аккуратным. Идем дальше. Я все-таки хочу немножко погулять. Не только же собирать. Вот посмотрим и карту заодно заполнить. Какая бескрайняя гладь. И там один этот тянутый остров, а я еще хотел, дурак, туда идти. Он один, просто один. О, а тут у нас уже небольшое такое соединение. То есть тут уже не так все палевно. Слушайте, у меня такое чувство, что это тот самый биом, в котором мы живем. Он вот
У нас же было сначала много больших биомов, потом они почему-то все уменьшились довольно резко. И вот, вот этот вот, похоже, это тот самый большой биом, товарищи. Пампс. Ладно, я, по крайней мере, не сильно ударился. Да, вот тут уже все меньше и меньше глючит, тормозит. Хотя нет, это вряд ли тот самый биом. А, черт его знает. Канали. По-моему... О, нет, да ладно, ребят. Слышите, мы уперлись опять в край изведанного мира. А что если везде тут? Мы, получается, будем на таком кубическом острове. Лава! Е-е-е, мы не на кубическом острове, мы с лавой зато. М-да. Как все очень весело создается. Я не хотел, чтобы у меня был биом океана, бескрайнего океана. Черная? Это... А, это корова. Я уж испугался, что это за черная хрень такая. Ладно, давайте еще чуть-чуть дерева насобираем. Овец я пока что большое количество не вижу, которое мы можем содрать. Так, это собираем тоже. Потихонечку, полигонечку. И там пособираем, и тут пособираем. Карту заодно включим снова. Да, все, мы до края мира дошли. Хе-хей, господа и дамы и господа. Это конец. Я даже пробовать не буду пытаться поехать туда. Хотя, возможно, стоило бы попробовать. Может быть, где-нибудь там гласит легенда, что есть земля. Ну вот, вот тут вот, например, тут ниже не очень глубоко. Тут не глубокий океан. Может быть, сейчас с помощью карты это и увидим. Да, смотрите-ка. Или это то, что наше. Хер его знает. Пойдем-ка. Потому что я ж там дальше по широкому кругу обходил все. И... А, не-не-не, это новое, смотрите, там тюльпаны. Давайте соберем тюльпаны, с них можно красители классные выбивать. Ух. И там снежный биом. Е-е-е. По-моему, я вообще в снежном биоме еще не бывал. А вот там вот горный, кстати, справа был, вроде как. Поедим. Вот не поверите. FPS 32-33. Но лагает. Как это называется? Да, вот он, все, конец мира. Конец мира кончился. А, нет, мы доходили до снежного биома, смотрите, как оказывается. Внезапно так. А я и не знал. Хм. Стойте, то есть если мы повернем туда вот, вон там вот до горы, и фактически мы круг сделали, и скоро вернемся назад, но я не хочу назад. Я хочу здесь построить маленький домик, и это будет моя дача. А вот и, большая трава, которую я обещал. Сегодня в ней можно теперь прятаться, когда охотишься на кого-либо. Да, вот снежный биом, а это степной биом, который уже заново зарезался. Ну, сгенерировался, зарезался. Так, стоит поторопиться, потому что мне вообще не улыбается с зомбами тут ковать. Итак, закрываемся. Даже землей. Будем вообще по олдскулу делать. Мы закапываемся, мы боимся всяких монстров. Да, стало темно, но у нас есть факелы. Факел. Да. И теперь чуть-чуть раскапываемся и делаем себе кровать. О, нет, у нас мы не можем здесь сделать кровать. Окей, дамы и господа, немножко жопа. Ладно. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. До свидания, с вами был Грин. И будем думать, что делать ночью и что сделать опять с этими глюками. До свидания, с вами был Грин.